В Элисте прошла сельскохозяйственная ярмарка. Свою продукцию представили более 40 производителей сельскохозяйственной продукции республики. Жители смогли приобрести калмыцкую свинину, говядину, баранину, а также овощи, фрукты и большецарынский рис, а также рыбные полуфабрикаты и зернофуражные культуры. Мероприятие прошло в преддверии национального праздника ЗУЛ. На территории города Элисты организована сельскохозяйственная ярмарка Министерством сельского хозяйства Республики Калмыкия. Здесь у нас представлена продукция в основном наших государственных предприятий. Это акционерные общества республиканские. Привезли мясо говядины, баранины в преддверии нашего праздника ЗУЛа. Привезли порядка 4 тонн говядины и 4 тонн баранины. В общем-то, конечно, желательно, чтобы были такие ярмарки. Я предлагаю, что это очень хорошая возможность для предпринимателей. Это очень хорошо. Людей много привлекает, как бы. А местного производителя поддержать надо.